приветствую всех подписчиков и гостей канала, кто смотрит это видео. Напоминаю, это видео, где можно крутить взор самому и в какую угодно сторону смотреть. Ехал с Риги, решил остановиться перекусить на стоянке когда-то популярного места в Дзелмас. Теперь тут после пожара только руины от здания, где был магазин, и столовая, где можно было недорого перекусить. Очень жаль, что здание забросили и не восстанавливают. Но речь не об этом. Не знаю когда, редко тут еду, появилась благоустроенная тропа Даугава Пия Кайбалас, решил прогуляться и заодно попробовать снять небольшое видео на 360 градусов. Тут можно взять на прокат катамараны, не знаю сколько стоит, но тут есть телефонный номер, на который надо звонить насчет проката, есть скамейки, где можно посидеть, отдохнуть, подышать свежим воздухом. Гуляем, любуемся природой. Наша небольшая видеопрогулка подошла к концу. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Не судите строго, если что не так, если не трудно, напишите в комментах, как вам такого рода видеопрогулки. Всем еще раз спасибо и до новых встреч в эфире.